В Красноярске в доме по улице Мичурина 5А, пострадавшим от взрыва газа, начались аварийно-восстановительные работы. Напомню, взрыв бытового газа произошел в конце декабря. После происшествия 5 квартир в доме были признаны непригодными для проживания. В настоящий момент вся проектно-сметная документация, разработанная на основании результатов обследования здания, подготовлена. В ходе аварийно-восстановительных работ будет проведено усиление межэтажных перекрытий. Строители восстановят межквартирные и межкомнатные перегородки, наружные стены панели, частично пострадавшие в результате взрыва газа полы и балконы, выход на чердак. Также будут отремонтированы межпанельные швы. Кроме того, в целях исключения деформации здания в подвале дома проведут бетонирование. Сумма затрат на ремонт составит 6 миллионов 300 тысяч рублей. Все работы обещают выполнить в течение 2 месяцев. В настоящее время жильцы 5 наиболее пострадавших квартир расселены по другим домам. После выполнения всех намеченных работ дом станет абсолютно безопасным для проживания. Тщательное обследование здания проведено, определен набор работы. В первую очередь это будут работы, связанные по устранению угрозы обрушения. Это усиление конструкции стеновых панелей, это демонтаж и монтаж перекрытия, которые создают угрозу. Это восстановление межквартирных перегородок, это восстановление перегородок, частичное восстановление электрики, которая была разрушена.